который у меня в почтовом ящике валялся. Я начинаю там звонить, искать в интернете, в то время как если бы эта компания прислала мне еще раз, через месяц прислала, я бы обратилась, скорее всего, к ней. Точно так же все это работает в онлайне. Вот. Так что вот пока я вооружаюсь знаниями в этой области, потому что онлайн-маркетинг, он сильно отличается от офлайна. Создала страницу на Фейсбуке пока. Вот. И в планах. Необходимо записывать видео, необходимо писать статьи, необходимо продвигать эту страницу, необходимо увеличивать аудиторию. Я правильно говорю, Марат Александрович? Мы слушаем вас внимательно. Даже если вы ошибаетесь, ничего страшного. Вы меня поддерживаете и не кивайте мне головой. Вам вопрос такой. А если, допустим, создать, ну, понятно, страницу в Фейсбуке и так далее, поддерживать ее самому. А если, допустим, создать, также обратиться к каналу, создать сайт, постоянно его периодически поддерживать, и наблюдать за ним, и по тем же профессионалам по продвижению на рынке, чтобы он, допустим, в поисковике в любом, будь то Яндекс, Майл, Google и так далее, и тому подобное, высвечивал его, соответственно, первый страницу. Ну, конечно, Денис, это нужно и сделать. Сейчас такие продюсеры существуют, платите деньги. Такой проект даже существует уже Rich Mediator, знаменитая Галина Янютина. Со своим, значит, продвигателем, со своим маркетологом продвигает свои услуги. Я не знаю, насколько они успешны, но, во всяком случае, такой ресурс существует в интернете, медиатора, который действует согласно вот этих технологий. Вот. Что обычно, как аудитория завоевывается? Кидается какая-то бесплатность, это обычно книга или вебинар. Человек попадает в электронную базу этого сайта, этого владельца, и ему начинают делать периодическую рассылку. Здесь важно уметь писать продающие письма. Это тоже целая, скажем так, наука. Я сейчас пытаюсь это делать, и я понимаю, насколько это бывает тяжело объяснить простым языком, чтобы бабушка поняла, чтобы зацепила. Да, то, о чем мы с вами вот все эти умные вещи обсуждаем. Но для человека это вот медиация как таковая не нужна. Ему нужно решение проблемы. То есть он ведь покупает утюг не для того, чтобы у него утюг был, а для того, чтобы костюм был выбран. Правильно? Здесь нужно нам говорить не о том, что мы такие медиаторы классные, а о том, что мы разрешаем ваши проблемы с 100% выигрышем там. Например. Или вот то, о чем говорил Марат Александрович, уникальное достоинство сервиса, да? Много юридических компаний, но если вы выделяетесь чем-то, что отличает вас от других, уникальное достоинство сервиса, то вы, в общем, выдвигаетесь на этом рынке вперед. Как я вот вчера видела рекламу. Детский сад с онлайн-наблюдением. О, круто! Вот, много частных детских садов. А с онлайн-наблюдением один. То есть я включила компьютер и посмотрела, что там мой ребенок делает. Сейчас вот. Обсуждаю такую возможность в школе. Да-да. Да. Но это пока только частные садовики делают штуки. И вот.